Good morning, dear students. Welcome to the English lesson. Today is the 28th of April, and today we will read again. Доброе утро, ребята! Добро пожаловать на урок английского языка. Сегодня мы немного почитаем и познакомимся с новыми словами. Let's start. So, remember the letter T. Let's read all together. Top. Tap, tip, took, stroll, stamp, steal, shot. Once again, еще раз. Top, tap, tip, took, stroll, stamp, steal, shot. Stop the video. And read yourself. Останови видео, прочитай сам. The letter H. Letter H, give the voice. Hop, hot, house, hamster, hand, hat, heat, hip. Once again. Hop, hot, house, hamster, hand, hat, hit, hip. Stop the video and read yourself. Останови видео, прочитай сам. But today we will learn how to read the letter combination TH. Сегодня, ребят, мы узнаем, как читать буквосочетание TH. Заглавные буквы TH, маленькие буквы. Обратите внимание, что дана картинка. Губки остаются свободными. А в произнесении звука «з», который дает буквосочетание «th», участвуют только зубки и язычок. Итак, ребят, губки оставим свободные. Приподнимем язычок к передним зубкам и произнесем вместе Z, 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 Z. Возможно, кто-то посчитает, что этот звук похож на русскую З, но это неправильно. Еще раз. Z, Z, Z. Давайте просмотрим, каким же образом читается буквосочетание TH Z в словах. That, then, the. These, those, mother, father, brother. Итак, ребята, буквосочетание TH выделено красным цветом. Соответственно, я хочу вам показать, ребята, что буквосочетание дает один звук. Буквосочетание TH дает звук Z. И в каждом слове звук Z дают две буковки TH. Давайте еще раз вместе помедленнее. That, then, the, these, those, mother, мама, father, brother. Останови видео и прочитай сам. Ну что, а теперь давай вспомним все буквосочетания, которые мы прошли за последние 4 занятия. Итак, сегодня мы прошли буквосочетания TH, которые дают звук Z. На прошлых занятиях мы произносили CH звук Ч и SH звук Ш. Итак, еще раз. Z, Ч, Ш. Ну и в словах. The, them, mother, father, буквосочетание CH, chat, cherry, на конце буква Y читается как I, cherry, charm,
буква сочетания SH, shop, mesh, dash. Stop the video and read again. Останови видео и прочти снова. Okay, what we will learn today? Что же мы сегодня с вами изучим? Today we will learn the parts of the body. Сегодня, ребят, мы начнем раздел части тела. И прежде всего, давайте произнесем их на английском языке. Hair – волосы. Hair – волосы. Eyes – глаза. Eyes – глаза. Nose – нос. Ears – уши. Mouth – рот. Еще раз. Hair – волосы. Eyes – глаза. Теперь ты прочти и назови по картинке. Окей, next. Nose. Повтори. Nose. Обратите внимание на подписанное слово. Нужно его уметь читать. Nose. Ears. Повтори. Ears. Mouth. Обрати внимание, что на конце буквы сочетания TH. Mouth. Mouth. Останови видео и повтори еще раз. Ребята, ну и все вместе это head. Hair, eyes, mouth, ears. Все вместе это head, голова. Head, голова. Повтори. Окей, let's watch. Давай посмотрим. Look and listen. Hair. Eyes. Nose. Ears. Mouth. Let's watch. Come on, everyone. Let's play. Yay! Touch your eyes. Now touch your ears. Great. Now touch your hair. Oh. No, Charlie, that's not your hair. Let's sing. Touch your eyes, touch your nose, then touch your hair. Your head.